С Натальей Нелюбовой я познакомился в Алма-Ате, где она остановилась на день проездом из Бишкека, ее родного города, и сразу же оказалась на острове Песни. Живет она в Томске. С этим городом Наталья связала свою судьбу со студенческих лет. Тогда же она серьезно увлеклась авторской песней. Но с годами рамки этого жанра стали ей тесны. Ее деятельная натура всегда жаждала свободы, в том числе и в песенном творчестве. Стихи сочиняла с детства, закончила музыкальную школу, но романтика путешествий, стремление к поиску чего-то нового, жажда первооткрывательства взяли верх, и по окончании школы она уезжает в Томск, поступает в университет на геолого-разведочный факультет. Какое-то время работает геологом, но страсть к песне берет верх, и последнее время Наталья занимается только концертной деятельностью. Песни пишет преимущественно на свои стихи. Она везде, где звучит настоящая песня. Будь то джазовая импровизация, рок, этнические мотивы, авторская песня. Импровизация и полное отсутствие музыкальных догм – главный ее критерий выбора темы для написания и исполнения песен. Не случайно, что строгие ценители авторской песни не относят ее своеобразное творчество к этому жанру. А как сама Наталья Нелюбова расценивает себя как автор? Можно ли ее назвать бардом? Ну, вообще авторская песня – это понятие странное. Вроде когда человек написал слова, музыку, а потом сделал аранжировку свою и исполнил, вроде это авторская песня. А на самом деле вот в этих песнях энергия-то разная, что позволяет людям там относить к року, к джазу, там, к шансону, да, к авторской песне. Ну, вот в чистом виде я занималась авторской песней давно, в Томске, в студенчестве. Был такой клуб КСП «Пьеро». Вот. Отсюда Вертинский, да? Нет, вот как ни странно, Вертинского тогда не любили, не пели. Унылые все какие-то были, вот если честно. Видимо, это унылые. Ля-минорные, да? Ля-минорные, да. Я даже по-другому называю. Есть, говорит, такая тональность «я-минор». Вот. Ну, в общем, мне было тесно.
мне не хватало чего-то задорного, веселого, я отправилась искать счастье в джазе. Но кое-какое счастье я нашла, но в джазе тоже тесно, если честно. Вот. В роке больше энергии, но мало вот тех вот музыкальных украшений, к которым я привыкла, которые я люблю, и мало ценятся нюансы голосовые. Роком я занималась приблизительно год, и, честно говоря, меня не все устроило. А потом я поняла, да ну их вот эти границы, и стала заниматься вот то, что сейчас называется арт-фолк, и концерты разные. Можно сделать более камерными, тогда это будет напоминать авторскую песню. Можно сделать более джазовыми, тогда это будет напоминать джазовый сейшн. Можно выступать в ночных, тогда это будет такое этно-рок. Да? Можно вообще делать все, что угодно. Я вообще выступаю за свободу. А вот прилетает к ней Звонкова вечером, и ничем не отличается от утреннего. А Дева Мария Федоровна умная, но весь божий день на него пялилась. Но не углядела она разницы или перемены животного. Хотя баба была и смекалистых, таким палец в рот не клади, откусь это ведь. И хоть и не муж был балагур и пьяница, и сама она сильно пила по праздникам, да узнала она, так ее надо вновь. Сокола вместо мужа взять в любовники, а сокол, знай, корчится, упирается. Понятное дело, птица свободная, а время его к ночи близится. Сосны скрипят, погода нелюдная. Хотел на насест курицам, она его на постель заваливает. Мнет его белые крылья чистые, и давит его весом немеренным. А он криком кричит человеческим, хочу, чтобы сегодня была пятница. И сразу в миру наступает пятница, но хрусткости уносит его от реальности. Свет полный, окошко смотрится, просыпается Дева Мария Федоровна. Глядя на плетни, сокол утренний, и чем от вечернего не отличается. И на нее порезали, как она щурится, но не сводит с нее глаз человеческих. А на столе пустая бутыль из-под праздника, и как-то сиротно на земле, сиротно. Последние годы в авторской песне все жарче споры о том, что можно делать в этом жанре, а что нет. Вот для вас существуют границы в авторской песне? Для меня вообще никаких границ нет. Дело в том, что я, собственно, всю жизнь занимаюсь тем, что стираю границы между жанрами. То есть границы между джазом там, и роком, между роком и авторской песней. Между этнической музыкой, например, тем же роком. То есть я считаю, что настало время, когда все вместе. И вообще моя мечта, чтобы были просто фестивали. Просто фестиваль музыки, любая музыка, хорошая авторская песня, туда же джаз, туда же какой-нибудь рок, туда же какие-нибудь жанры, которые вообще не имеют никакого названия конкретного. Я вообще радуюсь, когда просто что-то происходит. Недавно летали мы с томской делегацией в Москву,
То есть 300 человек взлетело на двух самолетах с Томска и приземлились в Москве. Были так называемые дни Томской области. То есть это такой обычный концерт традиционный, двухчасовой, когда Томская область выпендривается, значит, в Москве, когда показывает все самое, там, как ей кажется, лучше. То есть там были кокошники, там были вот эти вот классические пляски на фоне моего голоса, там были какие-то гармонисты, оперная певица что-то пела. Но такой вот, такая сборная солянка, такая смешная. Мне так было стыдно принимать в этом участие, потому что, ну, мне казалось, что что-то это жуткое такое еще совковое, там вот с этими вот березками, вот этим всем. Мы приехали в Москву, в театр Калягина. Нам дали прекрасный звук, нам дали прекрасный свет. У всех было вдохновение. И вот из этого дурацкого, на мой взгляд, концерта получилось что-то искреннее, совершенно что-то замечательное. Вот настолько замечательное, что оно понравилось даже самим артистам, которые это играли, не говоря о том, как это понравилось публике. И у меня было ощущение, что я присутствую при чем-то очень важном, что что-то происходит. Я не знаю, как это назвать, но это происходит. И стыдно мне, не стыдно, смешно, не смешно, но это случилось. Вот так же и в жанрах. Что угодно может быть откровением, что угодно. Это деление, это разделение, оно искусственное. Оно порождено всей предыдущей эпохой. Несколько предыдущих веков все делилось, какие-то жанры, какие-то области отдельные. Вы посмотрите, ведь все смешивается, абсолютно все. Науки смешиваются, искусство смешивается, живопись смешивается, все люди смешиваются. Глобализация идет, это один и тот же процесс. Вот. Я думаю, скоро эти споры, они не будут иметь смысла. Я думаю, о них скоро все забудут. Сильно пляшет один, а трава растает у самых его берегов. Звонко пляшет один, а дымы застилают подернуты пеплом глаза. Если будет день, и если будет ночь, он будет плясать, ведь иначе, иначе, иначе ему нельзя. На любовь пляска со смертью, ведь иначе, иначе, иначе ему нельзя. Звонко пляшет один, ни жены, ни детей, ни друзей, совсем никого. Сильно пляшет один, не имея ни дома, ни денег, ни званий, ни лет. А он покинул дом, пошел по ней по улице в ночь. Но она не кончалась и не было хода назад. Любовь, прогулка со смертью, но она не кончалась и не было хода назад. Ветер рвет паруса, провожает жена моряка Атлантический путь. Он почти что реален, обещает ей только весной непременно назад. Но так ослабнет глаз, устав следить за ним горизонт, и она уж не знает, был ли он или это был сон. Он не вернется, он ушел в синеву, он исчез, он танцует на дне. Да, любовь, он не вернется, он ушел в синеву, он исчез, он танцует на дне. Замыкается круг, улетают цикады лесные у зверя глаза. Остывает асфальт, и на голову пеплом слетается сумрачный снег. И все же виден луч, и там вверху светящийся шар продолжает движение по небу в невидимый лед. Любовь дальше и дальше, над землей оловянный серебряный лотос.